Это видел. Извините вы меня! Извините вы меня, что... Сейчас. Извините вы меня, что... Эти смайлики! Вот смайлики мне тут реально нравятся, вообще кайф. Чуть кринжанул мальца, мужики. To myself. Все, пока, удачи. Все, давай, пока-пока. Ты отключаешься? Когда в 5 лет стоишь в 3 часа ночи перед маминой кроватью в обосранных трусах, потому что увидел свой стул в комнате, на который ты накидал 7-5-4-8-8-8-6-9-0 кг вещей, подумал, что это Мишка Фредди, и боишься разбудить маму, потому что боишься, что Мишка Фредди услышит это и сожрет всю планету нахрен. Помилуй. Боже, я думал, ты хвораешь. Я вылечился. Счастливо. Бля, такую ракету скрутил. Сейчас улечу, пацаны. Просто улечу сейчас. А вот такие вот разрывные, бля. Грустно плакать всем. Что за нахуй, блядь? Дай денег, дай денег, дай денег, дай денег, дай денег, денег дай! Я спрячу, чтоб ты не потерял. Это неплохо было. Девочек за волосы дергать — это признак внимания мужчины. Мальчика, вернее. Потому что настоящий мужчина дергает девочек за сиськи. Дорогие друзья. Лёха, иди, наплю свои, убивай их. Они два красных должны быть. Еще? Да, Лёша, да нах! Посмотрите, что он купил. Сука. Ты, блядь, такая хуйня. Повернись ко мне жопой. Зачем? Повернись ко мне жопой, я покажу людям, что ты купил. Ну шо, ну вот, посмотрите, что это. Вот посмотрите просто. Человеку очкобус, блядь, 30 лет, а он покупает. Что это такое? Что это за отверстие? Что это за дюбики? С чем ты будешь кусать? И что ты будешь кусать? У меня нету слов просто одни. Остановка такая-то, блядь. A dollar fits. A card fits. У кого есть щель между зубами, блядь? Жиза же, не? У кого есть щель в жопе? Докажите жиза. Которая? Плеер. Фитс. Ремонт. Фитс. Гриппо. Блядь, думал, он пассатижами зубы оторвал. Короче, есть веселый лайфхак для вот таких вот искателей приключений во дворах. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Берем колоночку JBL и запускаем наш рофл. Хорошо, друг побежал, да? Где я не был, блядь? Это первое. Второе, сейчас же не будет шутка про то, что я думаю. Бля, ладно. Это, блядь, откат ситуации. Идиот. Ай, блядь.
Да это фейк какой-то ебаный, нет? Так их не бывает имен. Блять, нахуй я сюда пришел? Ты что? Как выпустить? Ты что? Коронавирус, коронавирус. Ты что, никакое выпусти, никакое выпусти, не. А если я за сандалями пошел? Мама! Мама! Мистер Анджело? Да. Блять, что с собакой это делать теперь, блять? Все это пахнуть нельзя даже. Тихо, еще раз, может, кто-то не успел прочитать. Жиза, ебать, ой. Я бы сейчас побухал. Я переформатирую вас, я вас сгною в архиве, сделаю удаление без восстановления! Сука. Какой лохматый. Здравствуй. Кто-то говорит, но что, не понятно. Бля, нихуя получилось. Я не могу побрить усы. Я не могу помыть голову, потому что смою перхоть. Твари ебаные нахуй. Знаете, вам второй подарок. Кто же победит легендарный батл? Победила дружба! Сука, ебаный. Ну, блядь, что ты нахуй сказал? Все пернуло? Да. Сука. Не, такая же за, блядь. Я один раз вместо мамы какой-то женщине на плечо лег спать. Я просыпаюсь, я такой, блядь, что за хуйня? Да, говорит, да пусть лежит маме, говорит. Че от меня надо? Алло, алло. Че, алло, телефон дать? Конечно. Какой? Нокио моё. А чё не так-то? А, блядь, понял, швабру потерял.